Представляете, это ваш первый день урока русского языка на Западе. И вы хотите только узнать самые нужные русские слова. Да, нет, водка. Извините, офицер, взятки принимаете? Ну, вы же понимаете все нужные русские слова, чтобы выжить в России. Ну вот там стоит перед вами ваш учитель русского языка. Какая-то старая советская бабушка. Людмила Михайлович Владимиров. Или какое-то другое стандартное русское имя, отчество и фамилия. И она уже научила вам говорить «да» и «нет». Все очень легко. Но в конце урока один студент спросит: «Извините, Людмила Михайлович, будет ли у нас домашка?» И она вам отвечает: «Да нет, наверное». «Да что?» Почему русский язык? Почему? В английском языке я прям сойду с ума от того, как это звучит. Yes, no, maybe? Русский язык очень логичный язык. Я его прям обожаю. Хотя, да нет, наверное, это почти равно, как будто светофор на улице показывает красный, оранжевый и зеленый свет одновременно. Вот, представляете, Нью-Йорк, русский квартал. В ресторане мужик подзывает официанта-американца, который только учит русский язык. И официант говорит: «Добрый вечер, чего вы будете заказывать?» «Так, ну, рыбочки, водочки, картошечки, а потом еще борщ и пельмени». Официант пытается быстро разобрать, что говорит русский, записывает, а потом спрашивает: «Что-нибудь еще?» «Да нет, наверное». Официант пытается переварить сказанное русским, узнать «да», «нет» или «наверное», решил переспросить: «Простите, так что-нибудь еще надо?» «Да все-все, ничего». И официант ушел с таким лицом, что ясно, что он будет учить другой язык. Просто почему, если вы имеете в виду «да», то почему не говорите «да», а если «нет», то «нет». И если пока не уверены, то «наверное». Все так и легко будет. И я тогда не буду чувствовать себя как колобок, который хочет повеситься из-за вашего русского языка. А ситуация с выражением «да», «нет» или «наверное» только хуже для мужчин. Потому что нам уже очень сложно понимать, что девушки имеют в виду, когда они говорят с вашими хитрыми словами. У меня была ситуация, когда я пригласил девушку в кино. «Эй, ты хочешь сходить в кино вечером?» И она просто ответила: «Да нет, наверное». «Да нет, что?» Просто «да нет, наверное» — это как будто ты меня спросил: «Джастин, как тебе борщ? Нравится?» И я тебе ответил: «Хороший, нехороший, не знаю». Теперь вы меня понимаете, да? Обычно, когда я что-то не понимал в русском языке, я либо делаю вид, что я все понимаю. «Угу, да, да, точно, я согласен, угу, 100%. Либо я просто говорю себе: «Эх, моя хата с краю, я ничего не знал, неважно». И вообще забуду об этом. Потому что если речь не идет о приглашении в русскую баню, то мне пофигу. И хотя я теперь понимаю, что «да нет, наверное» в принципе означает «нет», у меня все еще к вам вопрос. Вы не думаете, что если вы имели в виду «нет», то вам не было бы легче просто сказать «нет»?